Один остался. Неужели вирус? Ага. Привет всем желирующим агентам на этом видео. Витек на экране. И это желейки, то есть Эва Попины. Хоу. Прерия. Ненавижу прерию, если честно. Мне очень нравится эта карта, потому что на ней нет ничего, кроме растений. Ненавижу ее за это. Мне очень нравились карты с цветочками, мне очень нравились карты с увеличителями, потому что они добавляли какой-то чего-то там интересного в эту игру. Но, черт побери, прерия. Мне нужно проходить прерию. Если я не пройду прерию, я не пройду до леса и так далее. А там и Сибирь, города водопад и прочее, прочее, прочее. Придется страдать. Но прежде чем страдать, нужно получить бесплатный ящик. Как обычно, звуков в игру не завезли. Зато завезли вертолет из самого говноящика. Как вы можете понять, история про то, что... И даже шип. Вот так вот. История про то, что купи премиум ящик, у тебя там выпадет много новых эвосов. Ну, конечно же, это враки, потому что даже в самом говёном сундуке выпадают легендарочки, как вы можете заметить. И без проблем. Чего мне не хватает? Мне не хватает вируса, я очень хочу вируса получить. Это, блин, мечта моя. Вертолет, кстати, второго уровня уже. Второго уровня. Теоретически за него можно уже поиграть. Я вам так скажу, потому что то, что в нем есть, потомство, рост... Ну, до взрыва бы добраться было бы прикольно. Ну, потомство и рост уже неплохо, если честно. Потому что это две основные штуки, которые нужны, чтобы выиграть. А учитывая, что у него в принципе статы неплохие, вот посмотрите, вот 85, 34, 26. Вот посмотрите какую-нибудь... За кого я играл? Я за гадюку играл максимально. Видите, да? Вот у него чуть-чуть поменьше вот этот кулачок, вот этот с такой же и намного больше защиты. То есть он, в принципе, приблизительно такой же по крутости второго уровня, как гадюка шестого по боевым способностям. Ох, обжорыч мой. Обжорка, кстати, я посмотрел тоже. Смотрите, статы-то у него не такие уж и прикольные. Вот так вот. Ладно, за кого я буду сегодня играть, я пока не знаю, потому что я не вскрыл 4 сундука. Да, я вчера сделал миссии и сундуки не стал вскрывать. Думаю, вам будет интересно посмотреть, что я тут навскрываю. Опять шип, призрак. Дай-ка лучше мне вируса. А? Обычный ящик. Сможешь? Осилишь? Снова шип. Он хочет, чтобы я поиграл за шипы и призраки. А я, между прочим, на прошлом видео говорил, что, в принципе, мне как призраки не совсем нравится, как и шип не совсем нравится, как... Ну, то есть, шипами толком никуда не уйти, а призраки это быстро в 300, блин, он мне этими шипами и призраками просто заспамил все. Сегодня неделя шипов и призраков, судя по всему. Ладно, какие у нас еще задания будут? Быстро в 305 раз, дважды, кстати, прикольно, это мы сразу 400 получим. 8 битв сыграть, можем проиграть, еще 5 битв сыграть, выиграть 3, это, я думаю, мы сделаем легко. Съев оппонентов один раз всего лишь. Я надеюсь, у нас это получится. Улучшение нужно будет купить и 300 эвосов сожрать. Легко, я думаю, легко мы сделаем все эти квесты. Давай начнем с улучшения. А, давайте начнем с понимания, за кого же мы будем сегодня играть. За кого? За кого мы будем сегодня играть? Призрак? Вы хотите поиграть за призрака? А дайте-ка как я сделал. Я же говорил, что я в комментариях буду смотреть, что вы мне посоветуете, в кого поиграть. Я вот сейчас прям открою комментарии к видео по его попу и посмотрю, что же вы там понаписали. Ну, в общем, либо призрак, либо шип, либо черепаха. Но в основном черепаха, кстати, звучала. Ну, получается, черепаха. Давай посмотрим, с чем же она отличается. А ты какая черепаха? Она предлагает нам играть всегда в 300? Она вообще не умеет увеличиваться, вы посмотрите. Вообще не умеет увеличиваться. Она умеет только потомство плодить. И все. А как я сделаю квест на сожрать каких-то друзей? Хороший вопрос. Ну то есть черепаха это вообще жесточайший уход тупов быстро в 300. Ну, в принципе, мне 5 миссий надо быстро 300 сделать. Хорошо, давай. Тем более, она не такая уж дорогая на подъемчик. Быстренько сейчас прокачаем ее, скажем, да... Могу ли я 600 себе позволить?
Ну давай, хорошо, давай еще 600 позволим себе. Больше... Так, удваивает радиус действия всех умений. В начале игры эво вдвое больше. Во как. Начинает игру с заполненным счетчиком умений. Ну, кстати, вот улучшения у нее очень крутые у черепахи, скажу честно. Но я думаю, я без улучшений смогу сделать это все. Давай, черепаха так черепаха. Я, правда, не вижу особого... Почему вы так все в черепаху вдарились? Почему вы так захотели, чтобы я в черепаху поиграл? Она, как по мне, скучная. Ну, давай. В принципе, я не против. Погнали. От меня требуется весь геймплей за черепаху. Это «Используй первую обилку», называется. Ну, по ситуации можно использовать там скольжение еще какое-нибудь или взрыв. Ну, что по громкости у нас? О, я слышу чпоньк, чпоньк. Чпоньк, чпоньк. Так, вот этот уже увеличивается, да, по масштабу. Опа, я захватил низ. Муахаха. А этот пацан увеличился? Ой-ой-ой. А, он увеличился путем того, что он жрет все подряд, да? Ну, в принципе, меня он подряд съесть не сможет, потому что у меня вот эти вот грани, которые меня защищают. Он пошел в атаку, смотри. Но не дошел. А мне, кстати, наверное, мне кажется, что у черепахи очень большая защита. Как у Эвоса. Эвос с очень большой защитой, скорее всего. Я, кстати, не посмотрел статы. Что-то немножко протупил в этом моменте. Сейчас нам будет заглянуть. Ну, как видите, проблем пока нет. Ну, сейчас этого будут валить. Смотри, сейчас вот эта штука пойдет в атаку. Правда, ее довольно быстро сдули. Да, проблема вот у обжоры в том, что у нее довольно посредственные статы на атаку и защиту, поэтому ему тяжело пробивать какие-то такие мощные штукенцы. Самые крутые статы это у Дикого. Капец, он просто разрывает. Собственно, победа. 300. 300 черепах. Ну, такой геймплей за черепаху. А чего вы хотели? Ну, черепаха и черепаха, она просто маленькая, ее много. Увеличить ее вообще никак нельзя, получается. Зато, что я вам скажу. Возможно, это один из лучших вариантов прохождения именно прерии вот этой вот. Потому что, ну, сидишь просто и потихонечку кушаешь. Спасибо. Я даже нашел, разнос не успел. Ну и такое бывает, в принципе, а что нет-то? Там какой-то читерский был челик. Сначала размножился, потом увеличился, а потом еще и притянул меня. А у меня только на размножение чуть накопилось. Но то ли читер, то ли что. Не знаю даже. Очень скучно. Согласен, черепах скучная. То есть здесь тактика... Какая тактика? Здесь вообще никакой тактики нету. Просто сидишь и размножаешься. То есть ты не можешь... Вот как было за гадюку прикольно, да? Хочешь увеличился, хочешь уменьшился, хочешь раздвоился. А здесь что? Лесенку вот такую только чудесенку построить можно и все. Но какой смысл в этой лесенке-чудесенке, я не понимаю. Вот я могу ее построить. Давай построим, смотри. Вот они встали. Вот они упали. Вот там часть куда-то приземлилась в другую сторону. И что? Что? Зачем это нужно было делать? Непонятно. Взрываться может. Ну, прикольно, окей. Скользить может. Странное. Ух, господи, фига себе вертолеты. Они хороши реально тем, что они защищены при размножении своем. То есть там часть какую-то могут съесть, но потом их просто тупо не могут сожрать, потому что у них защита есть. Все. Что-то я уже сам даже заскучал за такой геймплей. Это совсем уныло. Давайте закончим с этой черепахой. Хватит. Хватит. Дали черепахе поиграть. Зря даже вкачал, она супер скучная. Так, что еще вы кричали? Значит, там были еще варианты у нас поиграть за камуфляж, за обжору, за призрака и за шипа, да? За дикого даже никто не попросил. Ну как так? Дикий же прикольный. Давайте, может, попробуем за дикого. Хотя ладно, я говорил, что я буду играть, как вы мне попросили. Значит, буду играть, как попросили. Ну, призрак, что? Ну, ребят, призрак это... В принципе, рост и потомство есть.
Притяжения больше нет. И делись. Это прикольно. Это даже прикольнее, наверное, чем у гадюки, да? Но опять-таки здесь, скорее всего, страта-то будет... Смотри, 29-21. А у шипа какие статы? 24-26. А у черепахи... Я хотел посмотреть, кстати, черепаховые статы. 26-26. Ну, понятно, что ничего не понятно. Непонятно. Вот у дикого атака 38. Вообще лупит, пробивает. Ну что, за шип или за призрак? Дикого ПЖ, дикого давай. Верт, верт, верт. Призрака? О, дикого хотят. Ну давай попробуем за дикого. Правда, за дикого, конечно, прикольно играть, когда у тебя уже есть изобилие. Когда у тебя есть изобилие на диком, это круто. Но я до изобилия не докачаюсь. Точнее говоря, я, может быть, и мог бы докачаться. Но это капец, слишком много денег требует. Это, смотри, 2000, потом 3500. И у меня деньги кончились уже. То есть у меня всего 5000. И дальше я бы уже, в принципе, не смог прокачаться. Эвосов мне, скорее всего, хватит докачать туда. Потому что сейчас требуется 100, потом 250. А, мне и эвосов не хватило бы, да. До изобилия докачать. Ну, давай попробуем. Давай дикого возьмем. Дикий, он любопытный засранец. У него своя стратегия игры. Давай попробуем. Тем более, здесь есть вертолеты. О, я еще и в середине. Единственная проблема дикого, у него увеличение 4 стоит. Так что будем страдать. За нами выехали. Hello. Можно с вами пообниматься? Сожрал. Ой, ребята, только накормите меня, пожалуйста. Я вам все сделаю. Я вот сейчас побольше стану и обожрусь вами. Ой. Слишком слабенький я пока еще, дикий, да? Ну ничего, я буду больше. Капец, как они меня выносят быстро, а? Да, нужен хорошо прокачанный дикий. Ой. Ой, ребята, меня становится больше. Бойтесь меня. Да, капец, как быстро его проламывают, а? Как быстро этого дикого проламывают. Просто жесть. Что, попробуем магнитик? А давай будем скользить. Еще раз магнитик. Нет? Никто к нам не пойдет в гости? Ну, ребята, так нельзя. Может быть, сюда пригласим? Ну давайте, не стесняйтесь. Ну какие, а? Может быть, здесь? Ожрал. Ну видите, дикий не прокачан, и вот проблемы есть уже, да? Из-за непрокаченности вот этой вот. Не получается вот этого вот эффекта супер-пупер-мега-крутости. Я, по крайней мере, не вижу этого эффекта. Сейчас попробуем еще примагнитить пацана. Давай. Ой, хорош! Че, сожрал? А, нет, там чуть-чуть осталось. Так, ну ладно, этого задавим сейчас. Тот, можно сказать, сам спрыгнул. Так, как тут надо разбросаться еще, да? Как тут разбрасываться-то? У-ху! Иду к вам! Все. Нет? Погоди, а где еще? А где враг, я не понял. А, он, наверное, улетел вертолетиками вниз, и он же медленно падает. Все, вот я за дикого победил. Ну, был бы против меня вирус, я бы ничего ему не смог бы противопоставить, честно скажу. Хотя, а, вот в чем проблема-то была. Вертолеты 9 уровня и тот, и другой. Ну, тогда понятно. Тогда понятно, они вкачаны. Смотри, у них атака 175. Понятно, что они так меня сильно-то пробивали. Да, вот это, конечно, показатель перчатки очень-очень силен. Показывает. Ну, вы видели, да, что происходило? Я буквально одного съедал, он мне сразу уменьшался в размере. Большая проблема. Большая проблема, да. Так, ну в 300 с дикими играть, даже не знаю. Что нам там выпало? Неужели вирус? А? Камуфляж? И шип? С ума сойти, я их только и жду.
Ну, кстати, я за них не играл. Проблема только денег мало. Надо будет потом выбрать себе какой-то основной, да, и его качать. Ну, потому что проблема не в количестве карточек на прокачку, проблема в деньгах. Не хватает денег на прокачку. Ну, попробуем еще раз за дикого. А вот и вирус, 9 уровня вирус. Прощай, до свидания, ребят, сейчас нас вирус сожрет. О, мне кто-то говорил, что у вируса увеличение стоит двоечку. Собственно, я даже ничего не успел сделать. То есть он успел и примагнитить, и, ну, это же, это бред, конечно. Это бред, конечно. А тут нужно ребятам какой-то баланс вводить. Вот вирус 1 уровня и дикий 8. Дикий 8 это круто, видите? Я кто? Я не я, это не я точно. Это точно не я. Что, я могу доехать вон туда? Попробовать туда доехать, может быть. Давай сразу вкачаемся на подвижного дикого. И давай. И... Ага, хеллоу! Привет, вирус 1 уровня. Смотрите, как вот вирус 1 уровня, насколько проще с ним бороться, а? Ну вот вы посмотрите, он просто от меня убивается. Вот я просто его сжираю. Насколько тяжело с 8 уровнем драться, да? И насколько легко с 1 уровнем драться. Просто вынес пацана и до свидания. Вот что с этим буду делать, я не знаю. Попытаться его на количество как-то поймать. Или просто размножить 300 штук. Кто знает. Кто знает, что здесь лучше. Так, там какой-то затворчик есть. Попробовать что-то сожрать. Попробовать умножиться намного сильнее, чем он. Он 8 уровня. У него, во-первых, рост за меньшие деньги. За 3, по-моему. Там есть обилка на снижение стоимости роста. Оп. Попробовать его примагнитить. А прикиньте, я его сейчас примагничу, он просто сожрет все, что у меня тут есть. Может просто до 300 дорасти и не париться. Звучит долго. Согласен. Ну, это такой вот чел. Ну, у него преимущество, он 8 уровня. Он круче тупо. И он, видите, он в увеличении идет постоянно. Я не могу его переувеличить. И погоди, он сейчас прыжок прокачал, а не увеличение, да? Он прокачивает прыжок? Он хочет высоко прыгнуть. Читер. Он хочет прыгнуть, наверное, и сожрать меня там. Так, ну-ка. Давай попробуем примагнитить сюда. О, нет, он размножился. Жопа. Нет, жопа пока еще не... Убивают! Жри их! Давай, магнить. Где они все? Блин, что ты там делаешь? Тварь. Что творит, а? Гадство. Защиту разложили. Где три штуки? Одного вижу. Где? Две. А, один улетел. Все, вот этот последний, да? Так. Твой. Где вы там? Еще. Есть, победил. Но если бы он не тупил с этими прыжками, а на увеличение качался бы, он бы меня победил. Ну, он какой-то... Ты бико. Никакой страшный. Так, получаем еще квестики. И осталось, в принципе, ребят, только в 300 поиграть. Но в 300 это не с этими пацанами. Давай попробуем. Я где-то наверху. И это хорошо. Хорошо, что я наверху. За обжорку. Сейчас можно будет попытаться что-то сожрать. Не в ту сторону, правда, сожрал. Нам бы направо, в сторону вируса, и мы тогда вирусы, может быть, сожрали бы. Но пока нам не дают направо развиться. Хоп, пошли. Не, да? Ну все, там вирус уже большой, бессмысленно к нему пытаться прорываться. Нужно быстро в 300 уже идти. Ой, вирус пошел в атаку. Черт. Походу дело все. Сейчас будет до свидули. Мамочки, вирус в атаке, прячемся. Одно хорошо, что я где-то на холме. Да, того чувака быстро.
вирус избавился. Походило, ребят, это слив. Это очень похоже на слив. Если он сейчас взрыв использует, раскидывающий в разные стороны, он тут упадет и все. Но он использует увеличение. Это мне на руку. Давай, 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 давай. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 чуть-чуть осталось. Хорош, победа. Фух, вырвал. Виктор Викторович, вы смотрите в чат? Да, я поглядываю в чат. Чай. Что осталось? Победить 300 два раза. Дважды 300. Действительно, что за игра? Эва Поп называется игра. Максимальный вирус. Мамочки. Читер, что ли? Ой, ребят, походу тут сливанский будет. Я тут не вижу вообще способов победить максимального вируса. Просто никак. Хотя, если он таким маленьким и будет оставаться... Вот он тупой. Здрасте. Куда ты... Да, стартовый локейшн, конечно, лютый у меня. Ну, наконец-то я куда-то пошел. Так. Так, ну мне же в 300 надо победить, а я зачем-то их жрать собираюсь тут. Вот туда бы завалиться бы в дырочку. Какой-то глупый вирус не увеличивается. Ну и лады. Так. Хорош меня жрать, а тут? Сколько можно? Вертолет. Делать нефиг, а? И лучше вирусом займись. Такой паритет. Но вирус тупой, вирус. Тебе нужно просто увеличить вот это все. Ты тут все сожрешь. Но мы как прикольно вирус зато складывается. Он шестиугольный. Это очень гармонично смотрится. Смотри, какие соты прикольные получаются. Прям так. Очень прикольно. Мне нравится, как он выглядит. Я прям очень хочу за вирус играть. Но мне пока не дают. Я думаю, нужно оставлять деньги на вирус. Когда-то он мне выпадет. Когда-то я смогу за него играть. Когда-то все будет хорошо. Когда-то коронавирус пропадет. Такой смешок получился странный, да? Как будто не пропадет. Нет, не жрать меня, ты толстый. Отрастил там толстеньких себе. Надо увеличиться вот в этом месте. Посражаемся еще. Это обилка с зеркалом, блин, она такая тупая. Но иногда помогает. Ну, вроде потихоньку я в 300 выхожу, вирус тупит. Мне плюс. Ну, почти. Почти. Готово. Уху, видите, бог дырочек. Победа. И еще одну надо накатить. Давай. Жесть, они все максимальные выкачки. Опять мне на крыше где-то мира создало. Ну, единственный вариант, если я сейчас размножусь и влево покачусь, это будет круто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай налево-налево-налево-налево. Пошли в атаку. Опа. Ёлки-палки, а там слева еще атака идет. Мама родная, что происходит? Сейчас нас убьют. Нас всех убьют. А, нас всех сожрут. Он что, вируса сожрал, что ли? Он вирус сожрал. Молодец, что я могу сказать. Череп там крутой. Ну, походу, я тут тоже отъехал уже. То есть мне его как-то перебить не получится. Он слишком толстый. Он там утолщался, 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 утолщался. Я, конечно, попробую сейчас утолщиться тоже. Но мне это тяжело сделать. Так, а я вроде доутащал, доутолщался до его размера уже, да?
Хорошо, тогда размножаемся и в атаку прям с горы на него смотри. Бж, в атаку. Бж, 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 валуны такие падают. Бж, 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 битва. Бж, бж. Битва титанов. Ну что ты стал? Давай, бж, меня больше. Меня сейчас будет еще больше. И еще больше, давай. На, в атаку. Бж, 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 бж. Так, мне кажется, я нормальное место отбил. Давай вот здесь будем до 300 размножаться. В этом маленьком закутке невидимом. Защитный слой я поставил. Так, вроде по масштабам не такой большой, да? Я обложился валунами. Потихонечку, потихонечку размножаю маленьких. Там битва постоянно идет. Во войнуха, а? Ну, теоретически, даже не теоретически, мне кажется, если бы я захотел, я мог бы его даже сожрать. Здесь ничего такого нету сложного в этом. Но мне нужно 300 сделать. Мне нужно сделать 300. И я это сделал. И квесты завершены. Получить. Все квесты сделал. Пошли смотреть. Может быть, нам все-таки дадут то, чего я так долго ждал. Вирус! Вирус! Дикий призрак. Дикий призрак. Так. Ну, давай. Вирус! Давай, чат скандируем. Вирус! Вирус! Дикий призрак. Издевается паразит. Вирус. Вертолет. Неплохо, кстати, вертолет можно будет прокачать. Один остался. Неужели вирус? Да. Победа! Витя открывает вирус! Флексим, пацаны! Танцы, обниманцы! Уху! Да, детка. Хорош. Ну что, открыли вирус, теперь главное получать вирус. Ну, первый уровень у меня уже есть. А, ой, о, уже второй есть. Ух, солидно, ребята, игра подвезла. Ну что, прикольно. Надо переходить, значит, на эпические штукенцы. Прикольно поиграли за всех остальных, но самые клевые, конечно же, вот эти ребята. Этого я могу уже до уровня взрыва докачать. В принципе, он уже будет неплох. Но вирус, о мой бог. Я могу ему пока потомство только дать. Но без притяжения, мне кажется, вирус не очень интересен будет. Вот, ну, вот потомство прикольно, но нужно притяжение еще накопить. Ой, это будет хорошо. Ой, как это будет хорошо. Поиграем. Не знаю, может быть, за то время, пока меня... Ну, в смысле, пока я не буду выпускать серию, тут еще что-то выпадет интересное. Но я прям счастлив. Прям улыбка. Такая вот. До ушей называется. Давай за шипик скатаем. Ну, так чисто посмотреть. Потомство и рост у него есть уже. Первый уровень шип, он вообще никакой. Но чтобы набить быстро 300, в принципе, там сильно и не нужна прокачка. Мне просто интересно почувствовать его механику. Я иногда против них играю. Вирус в рост пошел, да? А в принципе, он первый уровень, он только рост и есть. А, смотри, как он вообще никак не катится, да? Он раз, чпоньк. И все, зацепился такой. И сидит. Вертолеты полетели, да? О, слушай, а может быть, ему удобно будет именно быстро в 300 уходить? Смотри, сколько глаз сразу размножается за раз. Вот в такую вот щелочку засовываешься в какую-то. Они там держатся друг за друга. И вирусы такие, на! И ты тут раз за один раз сразу прям 20-30 прибавляешь. Смотри, сколько там глаз торчит.
Ну, не, они все равно, по-моему, выпиливаются, но все равно довольно много их оттуда лезет, да, согласитесь. В принципе, шипы неплохие так-то. То есть они тем, что они сгруппированы вот так. Ну, их, наверное, и присосать тяжело, да? Они, или они не держатся? Они, наверное, держатся все-таки. То есть они антиприсосные какие-то получаются, скорее всего. Сейчас попробуем. Ну-ка, давай засечем. А значит, 200... Слушай, там уже по 25 прибывает за один. Ну, блин, прикольно. Они прикольно, видите, они прям... И все. И никуда. Это победа вообще. Изи. Против 9 из 9 вертолетов. Ну, вертолет тупой, правда. Попался это бот. Скорее всего. Хотя иногда тут некоторые боты так себя ведут. Думаешь, неужели это не бот? Такие они вообще отвязные иногда попадаются. Что там у призрака? Потомство и рост. Ну, давай за призрака, так. Катку приличия. Сейчас через 7 секунд как раз время откатится. Давай. Погнали. Посмотрим, как за призрака. Призрак и вирус. Призрак максимальный, вирус минимальный. Я один тут, да? С двумя билками. Но рост там не нужен, потому что этого я чувака не перерасту. О, хитроган какой. Ты посмотри, просто взял, поделился на старте. Ну, это чит. Это чит. У него большое преимущество из-за этого получается. И увеличился еще. Лично, он меня просто сейчас сожрет, наверное, да? Ну, если захочет, сожрет. Собственно, он захотел. И начал меня жрать. Не жри меня, козленочком станешь. Ну, козел. Говнюк, а жрать пытается. Надо тут это блокаду устроить из гигантских призраков. Чтобы ему неповадно было. Размножается там еще. Ты смотри, прожимает размножение. Не-не-не, надо подпереть его тут. Он настолько мощный, что он прям пробивает моих очень сильно. Прям очень сильно пробивает. Что, до дерева бы дотянуться было бы вообще круто. Сейчас бы большие наплодились бы. Давай, жри дерево. Жри дерево. Ой, он не жрал его. Ну ладно, вроде защитились, да? О, мама! Капец, там солнце стоит. Красное солнце. Смотрит на нас. Мама. О, чуть не мой шкаф прыгает. Шкаф, ты чё прыгаешь? Капец. Ты идиот, что ли? Зачем ты его пытаешься вытянуть оттуда? Совсем, что ли, с дуба рухнул? А ну зачем ты пытаешься вытянуть? А, прикинь, они еще сами на себя могут наслаиваться. Ёлки-палки, тут солнце! О, такой глаз. Хорошо, что он не активен вообще. Я смог раскачаться. Ну, если бы он... А, ну он первого уровня был, он не мог ничего делать, кроме как увеличиваться. Ну вот это если бы этот чувак его высосал все-таки оттуда бы, это капец, это тут такое бы сейчас понеслось бы. 2020 показался бы просто простудой какой-то. Фух, ну ладно, покатали, нормально покатали, задания все выполнили, вирус открыли, есть теперь за что поиграть на следующий раз, я думаю, можно будет попытаться и за вертолет погонять. Ну, за вирус не уверен, хватит ли мне какой-то качки. В принципе, потомство и рост уже будет, этого достаточно, чтобы пытаться что-то сделать. Так-то. Правда, он слабенький еще будет, вирус, с кулачком со слабеньким. Ох, денег где-то подкопить, но здесь в этой игре нету никакой механики копления денег, к сожалению. Кроме как вот прохождение вот этих уровней, вот здесь получение денег. Ну и сундуков, конечно же, они получаются. Но, а сундуки набиваются заданиями, а задания открываются, дополнительные задания открываются только за денежку. В принципе, денежка тоже сама выпадает из сундуков, так что потихоньку, помаленьку, все во время упирается, скажем честно, то есть... Не вижу пока здесь никаких особо сильных донатных фигней. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Я думаю, мы еще снимем карточку, да? Нужно будет посмотреть все-таки, как легендарчики себя ведут.
Ну а пока спасибо за внимание, лайки подгружайте, постоянно ссылочки на плейс на группу ВКонтакте. Всем пока!